Здравствуйте, друзья и подписчики! А вы знаете, что домашние растения – это не просто украшения для дома, что некоторые из них, благодаря своим магическим свойствам, притягивают в дом достаток, деньги и благополучие. Ведь растения могут как притягивать деньги, так и отталкивать их. Всем известно, что толстянка или денежное дерево, кактус, комнатный бамбук гарантированно приносят своим владельцам денежный достаток и материальное благополучие. Но мало кто знает, что есть еще домашние растения, которые также приносят своим владельцам денежный достаток. Например, бегония. Люди, знакомые с полезными свойствами этого растения, используют его как очиститель воздуха, например, в помещении, где курят. Оно как пылесос, втягивает в себя все токсины. Однако есть и те, кто заводит бегонию для привлечения удачи, любви, благосостояния и положительной энергетики. Если не ладится с финансами, бегония привлечет в дом денежный поток. Но не стоит взваливать ответственность за свои успехи и неудачи на этот маленький цветок. Вы можете верить, что ваша красавица бегония приносит вам удачу, и даже считать ее талисманом. Однако не стоит ждать, что пока хозяйка будет лежать на диване, бегония притащит ей к порогу мешок денег. Если обеспечить кусту должный уход, он будет быстро развиваться, обильно цвести и обязательно отблагодарит своего владельца. Этот цветок наделит вас способностью быстро принимать правильные решения и реагировать на перемены, усилит интуицию и одарит коммерческим талантом. Любое ваше начинание будет успешным и прибыльным. Но есть одно обязательное условие, чтобы цветок мог выполнить все то, о чем я сказала. Это место покупки бегонии. Считается, что огромное значение имеют руки, из которых растение берешь. Очень хорошо, когда цветок вам был подарен близким человеком. Лелейте свою бегонию и ухаживайте с умом. Тогда бегония начнет распускаться не только в буквальном плане, но и расцветать на энергетическом уровне, подтягивая за собой благосостояние в доме, перерабатывая негативную энергию в позитивную, подобно тому, как она создает из углекислого газа кислород. Всем материальных благ!